Это один из немецких корреспондентов, ведущий репортаж из московского цирка о международной встрече по боксу между командами СССР и Германской Федеральной Республики. Большой интерес вызвала встреча боксеров полутяжелого веса. Ромуальда Мураускуса, Советский Союз, и Эмилия Виллера, он в черной майке. Немецкий боксер наступает. Но вот роли переменились. Теперь наступает советский спортсмен. Смотрите внимательно. Нокдаун. Немецкий боксер отказался продолжать бой. Победил Мураускас. Первую встречу выиграла команда советских боксеров со счетом 16-4.